Удивительная история произошла в Хабаровском крае России. 83-летняя жительница поселка Сита была за грибами в лес и бесследно пропала. На ее поиски отправились добровольцы из отряда «Лига Спас». Бабушку нашли спустя более чем сутки по пояс в ушедшей в илистое дно лесного ручья, подчеркнул представитель поисково-спасательного отряда. Сотрудник «Лиги Спаса» объяснил, что сперва они нашли в нескольких метрах от медвежьей берлоги ведро с грибами. Потом поисковая группа услышала нехарактерный для зверя рык и обнаружила на дне оврага пожилую женщину. Оказывается, она более суток отпугивала медведя специфическим рычанием. Бабку доставили в больницу в состоянии сильного стресса и с потерей голоса. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Кстати, обсуждая этот случай в соцсетях, некие шутники пишут о том, что в промежутках между рычанием бабка, видимо, все же выкрикивала про клёны Путина и его комарили, так как из-за бедности ей в таком преклонном возрасте приходится добывать себе пропитание в лесу. Дескать, именно эти слова и отпугнули Косолапова, испугавшегося того, что из-за бедности местный народ рано или поздно доберется и до него самого. Кстати, когда россиянку вытащили из трясины, спасатели заметили и самого медведя, который бродил рядом. Животное спугнул прибывший за отрядом автомобиль.